Зимна і волога погода – не привід сидіти вдома і відмовлятися від корисних розваг. У театрі віримо. Наприклад, прем'єра казки «Порцеляновий кролик» в суботу об 11-й. В історичному музеї виставка «Ляльки». Традиційно взимку її пропонує студія «Ляльок» і школа лялькової майстерності. Новинка цього сезону – зал під умовною назвою «Театральне закулісся». Народилася вона після знайомства із викладачем театрально-художнього коледжу Олександрою Мосяковою. В його майстерні зберігаються старі професіонали – ляльки, які відпрацювали багато років на сцені театру. Серед них є роботи славетних лялькарів, в тому числі і Віктора Нікітіна. Они потрепаны, они кто-то поломан, кто-то не имеет каких-то частей там тела, но в принципе, это настолько интересно. Почему мы решили показать этот проект? Чтобы увидели, все видят куклу, театральную куклу, детки видят, и мы видим, и дети видят, наряженную, чистенькую, опрятную, одетую. А как она выглядит изнутри, как работают механизмы? Для меня это очень близко было. Я взял куклу, и особенно, когда ты видишь, как работает какой-то механизм, это все видно, там прям есть части механизмов, которые вылазят наружу, и есть куклы, которые без одежды специально, они там одеваются потом. То есть очень интересный проект, ну, на мой взгляд, должен заинтересовать публику. Как у «Машины времени» кукол снимут с ниток длинных и, посыпав с нафталина, словно тряпки, сложат в сундуках. Там есть и сундуки, музей нам любезно предоставил несколько сундуков раритетных, и мы в них сложили часть кукол.